Всем привет! Я для вас взяла карты. Всем привет! Карты 78 дверей ответят на ваш вопрос. Как вам относится загаданный человек? Что у него в планах относительно вас? Мысли, чувства и действия. Это такой старинный расклад. Его мысли, чувства и действия. Партнеры того человека, о котором вы думаете сейчас. Этот расклад, он показывает правду о вашей жизни, личной жизни. Может быть, вам покажется странным, потому что так часто бывает, мне пишут, это не про меня, но это означает просто, что человек не понимает, что карты показывают то, чего не видно было раньше, иначе нет смысла в гадании. Как вам относится загаданный человек? Три карты. Первая карта, которая выходит, это у нас паш-чаш. Паш-чаш говорит о поиске любви, как относится загаданный человек. И это его мысли. Он ищет любви, он ищет примирения, он ищет такого общения, где нет слова обид или нет дискомфорта. Но разве его можно в этом упрекнуть? Кстати, пажи часто показывают на новый поиск любви. Кто-то сейчас о вас думает, может быть, вы человек этого даже не знаете, и хочет быть с вами, хочет любви с вами, хочет благополучного общения. Это очень хорошо. Вторая карта в этом раскладе – это рыцарь, рыцарь-чаш. Но когда паж сменяется на рыцаря, это очень хороший знак. Потому что рыцари – это уже нашли любовь. Если паж – это поиск, хлопоты, заботы, да, как в старинных игральных картах. Хлопоты, заботы – это пажи. Но в игральных картах нет рыцарей, только второ. А рыцарь-чаш – это уже когда нашли. Поиск закончился, потому что человек нашел вас. И в его сердце поселилась что? Любовь, правильно. Потому что это чувство. Вторая карта отвечает за чувство. Человек вас любит. И в сердце есть чувство. Рыцарь – это, ну, способен на поступок. Партнер, который надежный, который способен на поступок любви. А что такое любовь? Это слова и действия, и дела. И этот человек, о котором вы сейчас подумали, вас действительно глубоко любит. Рыцари тоже меняют жизнь, приносят хорошие новости. Поэтому эта карта паш-чаш и рыцарь-чаш, это все приносит хорошие новости. Рыцарь приносит новости о том, что любит вас. Может признается в любви скоро или предложит руку и сердце. И вообще рыцари тоже это встречи, знакомства. Так что вполне возможно, что если вы одиноки, у вас нет никого, то по этому раскладу вы найдете свою любовь. Это будет замечательно. Теперь действия. Действия очень важные, поскольку можно говорить много, можно думать много, но ничего не делать. Кстати, многие мужчины так и поступают. Говорят, думают, но ничего не делают. Но в этом раскладе как раз не так. А наоборот, действия будут со стороны этого человека. Потому что влюбленные – это карта действий. Это карта поступков, это карта нового цикла в любви. Например, будете жить вместе, съедетесь, или уже поженитесь, или еще какой-то уровень, еще новый уровень. Ведь когда мы живем вместе, мы меняемся, и это цикличность вот эта, да? Влюбленные – это новый уровень любви. Это уровень, когда есть уже осознает человек, осознание любви, осознанность. Потому что, ну, влюбленные – это как в Библии, что Творец сказал Адаму и Еве, что теперь вы осознанные. Но, может, вы не знаете, что в этот момент, когда Бог говорил с ними, то Адам стоял рядом с деревом жизни. Ну, так у него это семя, в смысле жизнь, да? Вот, то есть у него только, ну, вот идея жизни. А Дева, вернее, Ева, она стояла рядом с деревом познания. То есть через Еву, через женщину жизнь, она воплощается и осознается. То есть душа рождается через женщину. Это очень классно. Это по-новому нужно читать Писание. И тогда, видите, все эти змеи, все вот эти женщины, там плохая такая есть другая, и дискриминация женщин,
все глупости. Так что это будет новый виток вашей любви. Всего лишь 3 карты, но сколько информации. Этот человек вас любит, и вы с ним будете жить долго и счастливо. Или же, если вы такого человека еще не встретили, так вот такой расклад положительный он, конечно. Из всех 78 карт вышли 3 основные карты для любви. Паж чаш – поиск любви. Рыцарь чаш – это уже вот любовь настоящая, защитная, рыцарская. И влюбленный – это вот новый уровень отношений, осознанность в любви. Так что все будет нормально, я в этом больше чем уверена для вас. А теперь я хотела бы спросить у высших сил еще вот такой вопрос. Карты 78 дверей, они открывают двери. Они открывают двери. Какие двери для вас откроются? Лично для вас. Не в любви там только или в профессии. Потому что личная жизнь человека – это все 12 сфер жизни. И финансы, и любовь, и профессия, и здоровье, и семья, и бытовые условия. Вот птичка согласна со мной. Итак, какие же двери для вас откроются? А время загадывайте сами. Я возьму 3 карты. Какие двери для вас откроются? Итак, первая дверь – это королева пентаклей. И здесь у нас какие-то гномики принесли золото, бриллианты, драгоценности. Ух, как запело хорошо. Откроются двери в новую профессию, в новый доход. Войдете во владение, наследство, будет много денег. Королева Пентаклей, вы будете владеть недвижимостью, владеть будете какими-то несметными богатствами, потому что именно здесь, видите, несметные земные богатства. Этими богатствами вы будете владеть. Замечательная карта богатства. Вот эти двери. Двери для заработка откроются. Или для вообще для владения чем-то. Еще какие двери у вас откроются? А это карта отшельника. Она интересна, что это прямо противоположная карта. Ну, противоположная дверь. Почему нет? Я же говорила, что у вас хотя бы 12 дверей есть. От разных сфер вашей жизни. Итак, смотрите, отшельник. Говорит, не нужна мне эта дверь, не нужно мне это богатство, дайте мне любовь. То и другое хорошо. Но от чего вы отказываетесь? Вот я у вас спрашиваю. Потому что отшельник от чего-то отказывается. И здесь намек на Библию, где Христос сказал, там он разговаривал с темной силой, и темная сила говорит там, вот, преврати эти камни в хлеба, или же, вот, видишь, я тебе отдам весь мир, завоюешь весь мир. А Христос говорит, зачем это мне нужно? Мне главное, чтобы у меня, вот, мне было комфортно, чтобы я был в мире с собой. Он говорит, да, в мире с собой, значит, в мире с Богом. И вам нужно быть в мире с собой. Вот, в мире с собой. Жить комфортно и быть в мире с собой. Какая-то дверь откроется, но перед этим закроется дверь, которая вам уже не нужна. Потому что отшельник – это тот, который от чего-то ушел, тот, что ему не нужно уже. Не нужно отшельнику, например, там, знаете, как вот христианские отшельники, они уходят там, если они были богаты, какие-то олигархи были, кто они, не знаю. Потом решили, все, это я уже пробовал, это все мне неинтересно, теперь я хочу духовной жизни. На самом деле, в общем-то, и не то, и не другое, да? Ведь богатство тоже может на добродетель быть использовано, правда? И приносить много радости и счастья. Но тем не менее, я у вас спрашиваю, как вот отшельник, какие двери вы хотите закрыть и какие открыть? Потому что по отшельнику мы не просто открываем новые двери, мы что-то закрываем в своей жизни, что больше для нас не работает. Вот я вот о себе скажу, как пример приведу. У меня отшельник здесь проигрывается как вот, знаете, мне пришлось в одно время закрыть двери, но не в одно. Я уже 3 раза сама уходила с работы. Кстати, вот 3... Да нет, больше. Как-нибудь расскажу свою историю. Я всегда уходила сама с работы. Мне повезло. Меня никогда не выгоняли. Мне приходилось самой принимать это решение. Кстати, еще труднее, чем когда за тебя его принимают. И нужно было, чтобы закрыть одни двери, чтобы другие открылись. Это были трудные решения. Некоторые не очень трудные, некоторые трудные.
от чего вы отказываетесь, чтобы что-то начинать? Ну, так всегда, от чего-то нужно отказаться, чтобы что-то начинать. Например, у вас есть какая-то привязанность к чему-то. Кстати, вот эта карта Королева Пентаклей иногда привязанности показывает. Какие привязанности вы хотите закрыть? Но нужно что-то другое делать. Ну, что говорят, святое место пусто не бывает, да? И чтобы что-то, от чего-то отказаться, нужно что-то другое начинать, заменить, а не просто отказаться. Потому что пустое место будет неинтересно жить. Но отшельник, он, конечно, не пусто живет, но не знаю, как кому. А на мой взгляд, на этой прекрасной земле быть полностью отшельником в темной келье, наверное, ну, не знаю. Трудно судить за 10 минут, но просто я вам вопросы задаю, а вы сами себе отвечайте. Потому что расклад для вас. В общем, двери, которые отшельник вам откроет, это двери где-то в какую-то, какое-то внутреннее, что ли, богатство духовное. Но оттуда все и начинается на самом деле. Внутренний покой делает покой внешний. Внутреннее богатство делает богатство внешнее и так далее. Да? Внутренняя любовь к себе делает любовь с другими. Вот такие двери. Еще третья дверь, которая для вас откроется. Семерка Пентаклей. А семерка Пентаклей иногда говорит об иллюзиях, о том, что надо отпустить что-то. Да, вот видите, здесь она отпускает, это вы, может, ваша фигура, вы отпускаете этого голубя. Отпускаете его, говорите, лети. Вот отпустить, чтобы, знаете, чтобы что-то к вам пришло и стало действительно вашим, вначале это нужно отпустить. Есть такое понятие, ни к чему не привязывайся. И тогда, в общем, ты будешь свободна и радостна, потому что в привязках нет никогда радости. Кто-то здесь работает на поле, кто-то привязан к работе, да? А вот здесь свобода, дверь какой-то свободы от чего-то откроется. Может, вы переедете, начнете жизнь с нового чистого листа, потому что вам нужно переехать по независящим от вас обстоятельствам. Так распорядилась судьба. Там, где вы есть, может быть опасно, может быть, вас привязывает к чему-то. Там, где вы сейчас есть, или с тем человеком в отношениях, для вас это привязка. Вы хотите свободы, и вы начнете новую свободную жизнь. Эта жизнь будет прекрасная, потому что вы отпустили, кажется, зачем нам отпускать что-то? Ну, что-то нужно отпустить, чтобы от него не зависеть. В общем, здесь вы ни от кого не зависите. Независимость. Может, это финансовая свобода? Финансовая независимость, скорее всего, потому что Королева Пентаклей. Вот такие три двери для вас откроются. Я вижу финансовая независимость. А здесь свобода от своих демонов внутренних. У нас у всех есть внутренние демоны, которые нас делают несвободным. И еще... Свобода, наверное, от какого-то труда непосильного, который не дает достаточно денег, который привязывает вас, ломит спину или еще что-то такое. Вот свобода. Наверное, здесь финансовая тоже свобода. Наверное, дважды финансовая свобода. Когда у человека есть финансовая свобода, он не должен работать от зари до ночи. А может, творчески жить. Но все равно надо работать. Это интересно же работать. Но когда мы не боимся, что не будет денег, работать для денег и просто работать, это разница огромная в этом есть. У вас будет свобода выбирать. Сегодня работаю или сегодня отдыхаю. А для многих отдых – это просто смена деятельности. В общем, такие три двери откроются для вас. А вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как для вас проигрались эти карты, как они вам помогли. Потому что моя задача – это помогать вам. Для меня очень важно и... Я чувствую огромную честь, что я могу, вот вы можете в моем присутствии порассуждать о своей жизни, это здорово. Я считаю, что это огромная привилегия, что вот я карты для вас взяла, и в моем присутствии вы решаете какие-то важные вопросы. Мне многие люди пишут, как помогла я им. На самом деле, вы сами себе помогли. Я просто помогла вам найти это решение, была с вами, пока вы его находили. Вот такие дела, мои дорогие. Ну что ж, подписывайтесь, все для вас, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, это обязательно нужно сделать, конечно. И будем видеться. Обнимашки из Канады, Ванкувер. И до встречи.